Село Карнаухово в 60 километрах от районного центра. Это одно из самых ближних сел, расположенного в бескрайних таежных лесах Казачинско-Ленского района. Оно было основано в начале 19 века. В начале века 21 изменилось немного. Дома по-прежнему отапливаются за счет печного отопления. А местные жители выживают за счет натурального хозяйства. Бросаем, потопим, чтобы нам тепло было. На улице минус 30, а здесь, в Доме культуры и по совместительству администрации, должно быть всегда тепло. Глава деревни подбрасывает в печь дров. Рассказывает, во времена колхозов и совхозов Карнаухово была одной из самых процветающих деревень района. Люди работали, выращивали и зерно, и скот, заготовкой сена занимались. Здесь, в общем-то, и поля богатые были, и луга. Ну, вот так со временем, тут с перестройкой совсем все это стало, как говорится, не то. Ну, вот люди поехали кто куда, где, кто в Казачинске многие работают. Сначала не стало работы, затем закрылась школа. Молодежь уехала искать лучшей доли, а потом перевезла и своих родителей. В Карнаухово осталось 37 жителей, самых стойких. Меня, правда, дети зовут, я говорю, не, я не поеду. Мне не нравится там. Я здесь тихо, ни машины, ничего. А приехать они всегда приезжают. Так что не хочу. Евдокия Дорофеевна родилась в Карнаухово. Говорит, вернуть к жизни любимую деревню можно, если поднять сельское хозяйство. У Евдокии Дорофеевны одно из самых больших поголовьев в деревне. 13 быков и телок. Но и за ними ухаживать непросто. Техники нет, а на вот таких санях много сена не навозишь. Библиотека деревни Карнаухово – это единственное учреждение, которое продолжает работать даже в сложные времена. Книги заказывают из областного центра в зависимости от пожеланий читателей. Ну, художественная в основном, военная тематика, детективы, эти сборники очень берут. Кстати, журналы, газеты у нас хорошо читают. О компьютерах и интернете не может быть и речи. Здесь нет сигнала даже у сотовых телефонов. А главное, свет в Карнаухово горит только несколько часов в сутки. Рано утром и поздно вечером. Без 5:05 дизелист Сергей Еремеевич идет на работу. Здесь, в бывшей зерносушилке с 66-го года, находится сердце деревни. Вот этот дизель. Через несколько минут во всех домах появится электричество. Некоторых есть потребное желание в 7 вечера заводить. Кому-то надо до часу ночи смотреть. Кто-то фильм хочет смотреть, кто-то утром пораньше встать. Ну, всем одним двигателем не угодишь. Карнауховцы к таким особенностям жизни привыкли. Тем более после долгой северной весны обязательно придет лето. И в Карнаухово приедут многочисленные гости. За долгую историю деревни изменилось многое. Однако над одним время не властно. Над уникальной красотой и редкой размеренностью жизни в этом таежном уголке. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.